Всем-всем здравствуйте! У нас сегодня небольшая закупочка с Ашана. Взяла тесто сдобного, 3 пакетика, они примерно по 400 грамм. Я заказывала в доставке в Сбермаркете. 2 сдобные, просто один пирожковый. Закину в морозилку, чтобы когда захочется, чтобы самой не возюкаться. То есть, в принципе, очень даже хорошо выручает. А после морозилки тесто себя чувствует нормально абсолютно. Так, лопатка в маринаде. Взяла по акции 270 рублей за килограмм. А, ну тут еще сметанка. Самая обычная. Спаржа 113 рублей. Бульмени 400 грамм. Сейчас по акции 90 рублей. То есть тоже на скорую руку хорошо выручает. А две пиццы еще заморозки взяла. Каждый день они разные чем-то. А это ассорти, а это с ветчиной и грибами. Когда, опять же, на скорую руку, очень замечательно. А сверху можно еще поднакидать того, что дома завалялось. То есть это... И за 5 минут перекус или обед, или ужин, кого когда приспичило, готовый. В общем, у меня сегодня все такое полуфабрикатное. Блины масленицы взяла, не знаю, не пробовала. Они без начинки. То есть, ну, выглядят такие, как будто бы домашние блинчики. Вот. Выглядят, в принципе, очень хорошо. Еще тесто слоеное взяла, бездрожжевое. То есть оно тоже в Ашане, вот эта вот фирма «Каждый день», оно недорогое, в районе 50 рублей. И взяла еще 3 пампушки с чесноком. Когда они свежие, да с маслицем, бутербродик сделать прямо с горячим чаем, мне вот очень нравится. Они сейчас по 7,90, ну почти 8 рублей. Ну, такие небольшие закупочки, но, в принципе, все, чтобы было на скорую руку. То есть, сегодня какой-то такой у меня заказ. Ну, а всем желаю хорошего настроения, хороших покупок, экономных и выгодных. И просто всего самого лучшего.